защита говорила. Фактически весь приговор строится на паре экспертиз, которые провел эксперт без необходимой квалификации, заинтересованный на взгляд стороны защиты при этом. Значит, опять-таки, на показаниях нескольких ангажированных свидетелей, большая часть из которых засекречена, ну, в общем-то, и все, по большей части, доказательства. Приговор сам я еще не читал, я его не изучал, поскольку суд огласивали вводную резолютивную часть, сам текст я вот только-только получил, нужно будет его анализировать. Ну, естественно, учитывая тот огромный срок на практике, даже при вроде бы изрядном смягчении, 14 лет это в возрасте Бахрома Мардоновича, учитывая возраст, учитывая его состояние здоровья, это, ну, почти что смертный приговор. Это надо понимать. Конечно, мы с этим согласиться никак не можем. Ну и, конечно, я разделяю позицию своего подзащитного о том, что ну, такие приговоры, выносимые, значит, в связи с правозащитной деятельностью, ну, это один из, на самом деле, это один из гвоздей в гроб российской правозащиты.